2024 год уже здесь, а значит, что сердце каждого из нас наполнено приятными ожиданиями и радостью. Это миг, когда нас окружают только близкие и любимые люди, а впереди ждут новые возможности. Хотелось бы пожелать вам, чтобы каждый момент Нового года был наполнен смехом, вдохновением и невероятными впечатлениями. Пусть наши дни будут насыщенными и запоминающимися, как рейды на лабу. Новый год – это вайб, где вы можете оставить позади все трудности и начать все с чистого листа. Не пропускайте его. Открывается новая глава нашей жизни, наполненная любовью, добротой и взаимопониманием. Пусть этот патч 2024 будет стабильным. Встречайте 2024 год с улыбкой на лице и светом в глазах, ведь впереди вас ждут чудеса. Новый год — это не просто смена чисел в календаре, это перестройка наших тактик, подготовка к новым сражениям и вызовам. Как можно чаще собирайте свой личный сквад в кругу друзей и семьи, чтобы дарить друг другу что? Тепло, радость и внимание. И пусть праздничные огоньки разжигают в наших сердцах свет и радость, несмотря на все трудности. Давайте поднимем бокалы за любовь, дружбу и надежду на лучшее. И пусть каждый из нас найдет себе силы для воплощения своих мечт, желаний и целей. С наступающим! И пусть Новый год приносит нам не только биткоины и тетрисы, но и душевное удовлетворение. Вместе! Мы сила! Как дикие, защищающие свой город. Мы способны преодолеть любые трудности. Новый год – это как новая схема выхода. Мы обязательно найдем новые пути к успеху и благополучию. Новый год – это отличная возможность повысить свой уровень. Качайте свою силу, интеллект, жизнеспособность и восприятие. Поздравляем, друзья, вас с этим волшебным праздником. Пускай он оставит в ваших сердцах незабываемые воспоминания. Всем привет, ребятки! Ну что, Новый год практически случился, а возможно и уже случился где-то, поэтому я вас всех поздравляю. Этот год был очень крутой, следующий год будет еще лучше. Давайте, самое лучшее комьюнити, наше родное, я вас всех поздравляю. Давайте там, повеселитесь, не унывайте, что все будет круто в следующем году. Не обещаю, не гарантирую, но скорее всего так и будет. Давайте, всем пока!